Минусинск – родной для меня город на юге края. Здесь я родилась и выросла. Здесь училась, ходила в художественную школу. А еще я любила проводить время с друзьями в музее Мартьянова. Пропадали там целыми днями. И я по-прежнему часто бываю в родном городе. Ведь тут живут мои друзья и родители. Дорогие мои! Люблю помогать маме и папе по хозяйству. Все лето мы проводим на даче. А этой осенью решили посадить здесь калину. Поехали на дачу. Засыпать. Мои близкие всегда смотрят Енисей, следят за нашими проектами и узнают новости большого края в эфире телеканала. Мы всегда смотрим Енисей, особенно следили за автопробегом в Крым и верили, что все получится. Люблю приезжать в родной Минусинск. Мне здесь всегда радость.